Нефть сегодня торгуется на уровне $55-56 за баррель, и мы ожидаем, что такой диапазон цен сохранится и сегодня. Бурного роста цены на нефть мы сегодня не ожидаем, так как на этот рынок еще воздействует фактор повышения процентной ставки в Соединенных Штатах Америки. Российские фондовые индексы сегодня открылись в минусе на фоне обострения геополитических рисков, и мы ожидаем, что сегодня негативные настроения в целом сохранятся. Валютные курсы. Мы ожидаем, что доллар сегодня будет торговаться в коридоре 61-62 рубля, а евро в коридоре 64-65 рублей. Удачных торгов!